Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои ежедневные награды за Лигу Мастеров 2 звезды. Отправляемся в магазин. Открываем пак. Так, нам выпадает Ксевер Монтес, собственно, персоны. Так, что у нас тут? Пройдите серию испытаний. Давай, наверное, с нее и начнем. Пройдем серию испытаний по-быренькому, да? Как раз у нас здесь, так сказать, коротенькая будет первая волна и плюс один шредер, которого мы быстренько с тобой забомбим. Ну и, соответственно, пройдем это испытание. Потом пойдем искать уже элементы. Да-да, мы до сих пор прокачиваем с тобой нейтрализаторы. Так, ну что, вот он как раз здесь и стоит. Я думал, двух плюшек будет достаточно, чтобы его завалить, но нет. Супер шредер его зафигачил. Так, ну что, эти роботы у нас будут падать сегодня, нет? Раз. Так, выпендривается. Отлично. Ну что же, а вот и сам Шреддер. Естественно, он находится в здании 6-го канала, где он транслировал свои новости, что якобы похитит Манхэттен. Все, наверное, помнят эту историю. Так, подожди, вот это вот... Ты прикинь, как он начал? Он мне оставил чуть-чуть здоровья, при этом он еще повесил постепенный урон. Ты не припухли, а? Шреддер? Это что за дела? Так, срочно давай хильнемся, наверное. Слушай, это не лучший вариант, по-моему, да? Давай-ка валуном теперь. Отлично. Долго он тут не порадовался, как ты видишь. И мы с тобой побеждаем, соответственно, проходим. Забираем свои награды, честно заслуженные. И пойдем сейчас добывать разные элементики. А нужно нам с тобой сразиться в боях. Но где у нас тут нейтрализатор? Переходим в навыки. И нам нужно сделать технологии. Так, до 6-й ступени прокачиваем. Нам нужно сколько там кружек? Секунду. Так, нам получается нужно 8 кружек еще найти. Поехали. Раз. Так, вторая кружка здесь найдена. Давай третью. Ай-яй-яй. Ну что, только вторая и все, что ли? Так, третья. Комиксы выпадают, они нам не нужны. Так, четвертая. Пятая. Еще три. Три последние кружки, и все будет окей. Опять комиксы из канализации. Так, это, по-моему, шестая, седьмая и последняя кружка. Ну давай, 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 не жмись. Вот она. Все, друзья. Прокачиваем до 6-й ступени. Вот. И остается у нас только лишь один навык. Это хвост-телепорт. Нам нужно будет найти с тобой 6 ячеек крэнгов и 10 ящиков с инструментами. И мы прокачаем его до 2-й ступени. Но это уже будет в следующей серии, как ты понимаешь. А здесь мы с тобой забираем награды. Так, поднять уровень персонажа. Это проще простого. Передвигаемся с тобой в самый низ. Берем здесь, наверное, Леонардо. И вкачиваем ему 2 уровня. До 53-го мы его прокачали. Все, окей. Здесь забираем с тобой остатки. Ну что, ребят. Так, телепорт разыгрывается. По испытаниям у нас открывается учитель Сплинтер плюс черепашки. Вопрос. И если мы будем проходить с тобой Сплинтера, у нас тут будет, по-моему, только лишь черепашки, да? На фарме. Если честно, я не помню. Давно мы с вами не проходили. И если что, знаете, как сделать? Напишите мне в комментариях, что нам будет здесь выдаваться. Потому что сегодня я не хочу тратить. Я, пожалуй, вот сюда забегу лучше. Здесь подеремся, да? И все-таки пофармим. Пофармим именно черепашек. И, может быть, нам выпадет кожеголовый. Ну, а пока начинаем с разборок. Смотри-ка. Стрелозад крепенький, да? Но Супер Шреддер его наказал. Так, этому мы понизили броню. Зэк у нас выдержал две атаки. Ну что, добиваем. И переходим с тобой на вторую волну. Тут у нас черепашки фильм. Ну что, я думаю, давай, наверное, вот так сделаем с тобой шипами. Прекрасно. Вот сюда ударим. Остальные, в принципе, от постепенного урона. Хотя можно сделать и так.
Так, и вот так. У них очень мало инициативы. Очень мало. Так, ну здесь, естественно, начинаем, наверное... Подожди, с Майки. С Майки, конечно же. Иначе он здесь поставит уклонение, и мы запаримся его потом уничтожать. Так, а теперь Леонардо. Хотя можно выпустить маузеров, чтобы досталось всем поровну. Донни не выдержал. Давай-ка теперь из базуки. Ну вот как-то так. Первые события мы прошли, значит, нам нужно еще попробовать потягаться во втором. Я думаю, что мы справимся. А вот с третьим это уже под большим вопросом. Да? Проверим. Ну, как видишь, здесь 80 уровень. У нас с тобой в зоне риска только лишь Зек плюс Рокзар. Я боюсь, что мы третью волну с тобой вряд ли пройдем. Или же пройдем, но с потерями. Такой тоже может быть вариант. Так, бомбим сюда. Уложили. Так, теперь здесь. Слабо, слабо, ребята, бомбит, конечно, он. Так, он сделал отхил. Ну-ка. Почти получилось. Ну что, переходим на вторую волну. И здесь у нас с тобой черепашки-ролевики. Бросаем бомбочку. Так, бомбочку бросили. Что теперь? А я так и думал. А я так и думал, что он не сможет. Потому что... Опа, Рафаэль разбушевался. Так, нам, наверное, надо взять с тобой все-таки провокацию здесь. И захиляться. Вот что я тебе скажу. Так, ну-ка пробьем. Отлично. Так, теперь Леонардо берет провокацию здесь. Вопрос в другом. Кем мы будем хиляться? Только лишь Супер Шредер может нам такое счастье дать. Но вопрос в другом. Успеем ли мы с тобой здесь захиляться, Рокзар? Потому что в зоне риска, ребята. Постепенки. Так. Ну, я думаю, что этот упадет, этот тоже упадет. Надо нам Леонардо с тобой добивать. Отлично. И добивка. Опять же, Рокзар у нас, ребята, в провокации стоит. Не знаю. Если мы сейчас перейдем на следующую волну, он офигенно, ребята, может пострадать. Так, что у нас тут? Кто у нас тут самый скоростной? Скорее всего, Микеланджело, да? Поэтому давай начнем с него. Не вырубили. Так, пулеметная дробь. Так, Рокзар, что же нам с тобой сделать? Наверное, Рафаэля будем бомбить. Пытаться. Так, добьем. Должны, в принципе... Ай-яй-яй-яй-яй. Так, шипы. Шипы — это наше спасение. Да, друзья мои. Ну, вот вопрос в другом назревает. А сможем ли мы с тобой пройти третью волну вот таким составом? Или нам все-таки лучше убрать Зека и Рокзара? Вот что ты думаешь по этому поводу? 90 уровни, плюс здесь будут оригиналы. Ай-яй-яй, как все здесь печально. Слушай, а давай мы, знаешь, что сделаем с тобой? Уберем Зека и возьмем, например, Криса Брэдфорда. Просто, ребят, на свой страх и риск. Поехали, посмотрим, что у нас из этого получится. Вот объясни мне, почему у них 90 уровень и инициатива больше, чем у меня? С какого, блин, перепуга? С какого перепуга? Ну-ка, минус. Так, здесь у нас... Ага. Я, наверное, все-таки поставлю дополнительную защиту. Потому что это классические черепашки. Шутить они не любят. О, твою ж дивизию, а если из базуки? Ты посмотри, какие крепкие, а? Блин, кого тут валить-то? Тут надо, наверное, Рафаэля в первую очередь, потому что он хиллер. Потом Майки нет, наверное, Лео все-таки. Зашибись, еще и не уронили его. Леонардо выжил. Пускай с пониженной броней, но он выжил. Так, он делает очищение, а Донателло заваривает свою кофемашину. Вот этого я и боялся. Ну что ж тогда нам сделать? Я, наверное, пробафаюсь. Это во-первых. Здесь, наверное, не будем с тобой тратить суперудары. Просто вот так вот нанесем урон. И вот так. Я хочу еще сделать вот отхил.
Окей, ну и остается лишь Донателло. Провокацию, может быть, взять. Возьмем, давай, провокацию с тобой. Добьешь? Нет. Так, Супер Шреддер подсобил. Так, ну что, у нас с тобой последний. Вот, ребята, оригиналы. Шутить с ними, естественно, не стоит. Так, давай пулеметную дробь. Ах ты, жук ты навозный. Так, ну здесь, наверное, нам все-таки надо... Я думаю, что он погибнет от постепенного урона. Давай Леонардо уничтожим. Замечательно. Плюс майки. Слушайте, друзья, как ни странно, но мы с вами прошли все три испытания без потерь. Это круто. Так, снаряжение черепашек мы получаем. Все. Можно, конечно, сейчас и пофармить при большом-то желании, но я все-таки пойду и сделаю вот так вот, что я хочу. Так, карта Бибовима. $3. 50 жетонов. Да, и кружка выпала. Ну, я не знаю, ребята, как это можно назвать. Это полное невезение, чтобы из 4 попыток ни один герой мне не выпал. Так, ну, ты не забудь о том вопросе, что я тебе задал, да? Ты, по возможности, напишешь мне, что мы будем получать с тобой, если будем проходить вот этот эпизод. Учитель Сплинтер. Если здесь у нас будут какие-нибудь герои, которые нам нужны, то я обязательно буду проходить. Если же не стоит, ты так и пиши: Рэй, забей, идти туда не стоит, все у тебя это есть. Тогда мы с тобой даже сюда не пойдем. Так, ну что, у нас остается с тобой арена. Это самое главное у нас в игре. Это арена. Лига мастеров, как ты видишь, у меня ранг 80 и 5 откатов, что-то вообще мало. Можно было бы, конечно, предположить, что давай доберемся с тобой до Лиги мастеров 3 звезды и зайдем в топчик, но согласись, этого не получится. Элементарно, потому что 5 откатов всего. Хотя мы можем приобрести. Сегодня что у нас? Пятница, да? Видосик этот выйдет, скорее всего, уже в субботу. В субботу. То есть, получается, у нас как бы 2 дня в запасе. 2 дня. Я даже, честно говоря, немножечко так опешил. Да, мы, наверное, все-таки не будем с тобой, или будем? Давай, короче, купим сегодня с тобой 10 откатов. Дойдем до топчика и будем с тобой спокойненько сидеть, да пожинать, как говорится, лавры. Чем вот так вот сидеть, как на иголках, и все время лебезить. Я вот боюсь, что мы здесь вот немножко профанулись. Нет, Армагош, ты красавчик. Потому что ты видел, что Зек отнял не очень-то много здоровья у наших противников, но Армагон, естественно, нам подсобил. Очень круто он выручил нашу команду. Отлично, мы двигаемся дальше. Так, 68-я позиция у нас. Кстати, 65 жетонов. Секундочку. Секундочку. Ну, конечно же. Конечно же, друзья мои. Вот. Вот что надо было сделать сразу же. Так, Микеланджело. А здесь у нас 615. А мы с тобой кого прокачиваем? По-моему, нашего голубя, да, Пита? По-моему, Пита мы хотели прокачивать. Хотя здесь можно и Леонардо, и Донни. Но я все-таки, друзья мои, Пита. Уж извините. Мне нравится этот парень. Так, ну и сколько нам не хватает? Или хватает нам? 10 тысяч мутагена нам не хватает для того, чтобы перевести его, друзья мои. А какой ранг-то у него, кстати, будет? Вау, фулл золото. Слушай-ка. Так, быстренько бежим с тобой на арену. Быстренько зарабатываем с тобой мутаген. И быстренько прокачиваем нашего Микеланджело Космос. Это же круто. Так, ребята, ну какую команду? Блин, дадите вы мне сегодня 17-24 или нет? Не хотят. Не хотят, хоть ты тресни. Зажали. Да-да, зажали, я вижу. По их глазкам. Ладно, давай возьмем эту команду. Какая нам разница? Еще раз повторяю, ребят, придется нам... Давай сразу тогда приобретем, чтобы не париться. Вот так вот.
Чтобы нам с тобой не париться по этому поводу. 14 откатов это, конечно, тоже не очень много. Если брать по 2 героя, получается всего лишь 7 поединков. Но мы будем с тобой делать пока как. Берем Армагона и кого-нибудь, например, из тех, кто еще не отыгранный. И можно, в принципе, взять слабеньких персонажей. Ничего страшного в этом не будет. 10 тысяч мутагена нам нужно с тобой сегодня заработать. Окей. Я думаю, что для нас это, в принципе, не проблема. Мы зарабатываем и по 20 тысяч мутагена за одно прохождение вот этой вот аренки. Так, ну что, валунчик, естественно. Что тут думать? Бросаем валун и, соответственно, проходим с тобой. Так, друзья мои, двигаемся дальше. Посмотрим, что у нас. Многие пишут: Рей, куда ты пропал? Где видосики? Ребят, еще раз повторяю, что я же работаю. Вот у меня 2 рабочих дня. Сегодня, например, у меня короткий выходной. Потом опять 2 рабочих дня. Только это рабочие дни в ночь. Вот ты представляешь, да, иду в ночь работать. С 6 вечера до 10 дня. То есть вот так вот 2 дня. Поэтому и видосики-то не выходят. Потому что я работаю элементарно, не могу выкладывать их. Естественно, отрываемся с вами на самых-самых длинных выходных. Единственное, что если они свободны, если опять же какими-то делами забиты, то опять же не очень много видосиков выкладывается. Это понятно. А так, ребята, я никуда не пропал. Все в теме, все как всегда хорошо. Единственное, что да, не успеваю снимать все игры, которые вы желаете. Потому что у нас их очень-очень много. Причем не только на этом канале. Так, ну что, мы с тобой здесь выиграли. Я даже не сомневался. Я просто шутя выигрываю здесь, когда в моей команде Армагон и Супер Шреддер. Так, ну что же, мы с тобой передвигаемся дальше и смотрим, какую позицию. Слушай, а мы, наверное, с тобой полтинчик, наверное, возьмем, мне кажется. Вот, 17-24, то, что нужно. Так, значит, Армагоша вместе с Леонардо. Да, в принципе, разнесем в плух и прах сейчас. Никаких проблем. Погнали. Ну, это, естественно, валунчик Армагоши плюс вертушка Лео. Ну, вот и все. Двигаемся. Двигаемся, продвигаемся, да? Потихоньку, полегоньку. Какое место? Думаю, 30-е. 38-е. Ну, это слабенько, если честно. Так, ну что, берем с тобой вот этих тогда, ребят. А вот здесь уже небольшая дилемма. У меня есть Армагон, но у меня нету... Твою налево. Взять, что ли, Ваньку? Ваньку, наверное, и Майки. И на всякий случай можно взять вот этих вот бойцов. Потому что инициатива-то у нас есть. А вот насколько у нас мощно она. Ну, это понятно, что Майки будут ходить первым. А дальше-то как? Вот, начинается. Так, Майки сделал свой танец на усиление атаки. Мы, естественно, с тобой бросаем валун. Так, карайка, да? Караечка. Шух! Вот. Вот, ребята, тебе и показуха. Твою налево, по-моему, хотят завалить мне, да? Если я сейчас не уничтожу Ваньку, то он уничтожит нас. Трэш. Хотя, подожди. Чистое везение, ребята. Ёк-макарёк, а я уже думал, все, мы с тобой потеряли Шархана, но нет. Ванька, конечно, подсобил, молодец. Так, ну что, какое место мы с тобой занимаем? 38-е было, становится 27-е. Вот так вот, окей. Так, 11 откатов. Ну что ж, давай попробуем достать 17-24. Вот. Есть такое дело. И кто у нас тут? Крис Брэдфорд, да? И черепашки. Ну что, ребята, по-моему, придется нам все-таки брать по 2 отката. Тратить. Не хотел, но вот придется. Раз, два, три. Все. Почему? Ну, потому что Армагон в одно лицо не справится. Вот и все. Вот и простая арифметика.
В два, конечно же, они порвут любого. Так, и валунчиком теперь забрасываем. Все. Сколько нам еще приблизительно нужно сделать побед, чтобы хотя бы перейти в Лигу Мастеров 3 звезды? Давай посмотрим. С 27 места мы переходим на 16. Ну, получается, грубо говоря, 2 поединка. По 8 ступенек, если брать, 2 поединка. Это укладываемся. Так, супер шреддер. И раз, два, три. Вот так вот. Я уже буду в разнобойку брать. Тут не актуально, слабый или средний. Тут уже главная победа. Так, отлично. И валунчик теперь. Бумс. Все. Погнали с тобой дальше. Погнали с тобой дальше и посмотрим, какое место. Я думаю, что где-то 8-9 будет. А ну-ка. 5. Еще даже лучше. Окей, меня это устраивает вполне. Ну что, Армагуша, погнали. Опять с Супер Шреддером вы будете раздавать звездюлей нашим противникам, тем самым продвигая нашу команду в топчик. Завтра, скорее всего, да, мы с тобой уже займем топовое место. Можно было бы, конечно, это и сегодня сделать, но придется нам тратить бакинские. Я что-то не очень хочу. Так, ну-ка. Тыгч. Все, они упали, отжались и легли отдыхать. Ну, а мы с тобой, естественно, переходим уже в Лигу Мастеров 3 звезды. И место будет где-то 95-е, наверное, да? 94-е. Вот так вот. И, тем не менее, у нас есть еще откатики. Нам хватит с тобой на два... Тихо ты! С Микеланджело я не пойду драться. Нет, спасибо. Боже упаси, как говорится, да? Меня от него. У нас есть еще тут небольшой резерв, так можно сказать, которым мы можем поиграть. Если, например, я возьму одного Армагона, и вместе с ним пойдет, например, Змей Камьюн. Кто там еще есть у нас? Нейтрализатор. Можно попытаться, ребят. Но то, что мы сыграем без потерь, это не 100%. Но рискнуть можно. Мне кажется, даже стоит. И буду брать я уже не Армагона, если мы пойдем с тобой в соло, а буду брать Супер Шреддера. Почему, я думаю, ты догадываешься? Потому что он делает постепенный урон. Сейчас, кстати, можно это дело и протестить. Давай-ка, к примеру, я возьму вот эту вот команду против нас. Берем с тобой Супер Шреддера. И, например, раз, два, три, четыре. Вот так. Вот такую вот команду мы с тобой собрали. И сейчас будем проверять. Само собой, Супер Шреддер будет ходить, наверное, первым. Смотрим на его итог. А итог офигенный, ребята. На всех висит постепенный урон. И самые живучие оказались — это Бибоп и Рокстеди. Поэтому с них и продолжаем, ребята. Опа, фигня полнейшая получилась. Шикарно. Да ладно. Ну, в общем, ты понял, да? Раз. И эти, по идее, даже этого успеваем еще и добить. Вот, вот, ребята, кто переплевывает у нас, оказывается, Армагона. Супер Шреддер. Кто бы мог подумать? А вот так вот получается. Так, 72-я позиция. Ну что же, тогда давай еще разочек попробуем. Возьму на вот эту вот команду, наверное. Опять же, берем с тобой Супер Шреддера. Здесь возьму Рафаэля. И вот этих вот ребят. Да, конечно... Сплинтер 71 уровня — это большая подстава для меня, для моей команды. Но будем надеяться, что все-таки успеем. Успеем мы с тобой здесь встать в защиту или еще что-нибудь сделать, дабы не получить урон. Да, 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 Рафаэль есть. Но не забывай, что у них есть массовые атаки, поэтому... Ага. Вот и начало, ребята. Так, ну конечно, наказываем, это все понятно. Теперь, о, еще массовая атака. Боюсь, еще одну атаку Сплинтер не выживет. Окей. Так, ушатали. На этого Бибопа тоже мы валим. Так, Ванька. Давай попробуем блокернуть его. Все, крышка, да?
смотри-ка, они не стали делать почему-то массовых атак, хотя могли бы. И тем самым мы с тобой здесь выигрываем. Сплинтер чудом, друзья мои, выжил. Чудом выжил, и за это ему огромное спасибо. Ну что же, мы с тобой занимаем 60-ю позицию. А я хотел занять 50-ю, да? Жалко, конечно, что чуть-чуть нам с тобой не хватило. Откаты, ну откаты я не буду тратить. Ты уж извини, а вот такой командой мы вряд ли с тобой здесь выиграем. Почему? Ну потому что их сейчас в порошок стерут. Всех. Давай ради прикола выступим с тобой. Естественно, сейчас они будут ходить первым, потому что инициатива у них зашкаливает. Оу, щит. Ну и что ты хочешь сказать, что я должен хильнуться? Ну если я даже хильнусь, ребят, это все равно как-то мне не поможет. Так, сплинтер делает баф на защиту. Так, нейтрализатор, по ходу дела, даже и не успеет, ребят, у нас воспользоваться, да, своими навыками. Ну давай сделаем так. Нет, 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 это, ребят, ерунда полная. Ну что, ну возьмет он провокацию на себя, наш Тимати, герой. Пумс. Сейчас еще этот бумс. Две атаки, ёк-макарёк. Ну и что ты вот прикажешь мне здесь делать? Ну давай. Удар-то не прокачанный. Вот. Пубух. Не, ребят, ну тут, ну это понятно. Ты же видел, да? Мы даже никакого урона не нанесли. То есть итог этой битвы таков, что здесь мы просто фейлимся. Здесь даже не получится выиграть, как бы мы ни старались. Мы только одного персонажа с тобой, Шреддера, завалили. Сейчас уничтожим, смотри. Тюф. Блин, Тимати, ты посмотри, какой живой. Я не думал, что он так вот будет долго жить. А он живет. Жил, точнее. Ну и все, и тут нас разнесли в пух и прах. Ну, друзья мои, я попытался, я посмотрел и лишний раз убедился в том, что я прав. Что бесполезно идти. Тут, понимаешь, на равных-то драться с противником тяжело. А когда он тебя на 10 уровней выше, то и подавно. Ну, мне надо было отыграть просто-напросто свои, так сказать, жетоны. Точнее, не жетоны, а свои откаты. Которые я даже, кстати, не потратил. А почему я... Ребята, почему я не потратил? Мне же нужно было... Ай, мне же нужно было брать команду-то какую? Вот я тупанул-то опять, а? Мне же нужно... Вот к этим ребятам, которые у меня дрались, к ним должен был присоединиться Супер Шреддер. Для чего я откат этот берег? Ой, дурачина, простофиля. Ладно, ребят, бывает, я надеюсь, поймете. С работы, по запаре. Все позабыл. Ну, самое главное, что мы с тобой прокачиваем Микеланджело Космос. Вот это круто. Ай, молодца. Так, и у него появляются лазерные нончаки. Лазерные нунчаки Майки выходят из-под контроля, и он врезается во врагов. Увеличивает силу атаки на 30%. Восстанавливается 3 хода. Представляешь себе, да? На 30% он увеличивает силу атаки. И это только на первой ступени. То есть это круто, на самом деле. Так, ну что нам с тобой остается здесь сделать? По-моему, ничего, да? Все, что мы хотели, мы могли с тобой сделать. Еще раз тебе повторяю, ребят, напишите, что у нас в эксперте идет про учителя спринтера, какие там награды, кого мы там можем пофармить. Турнирку мы с тобой допройдем уже завтра. То есть Лига Мастеров, топовое место мы с тобой однозначно уже займем. Никуда оно не денется от нас. А я, пожалуй, да можно, в принципе, и сейчас пройти. Какая нам разница против Железноголового? Сколько это у нас займет? 3 минутки? Так, я не знаю, что я еще сегодня успею, ребята, сделать. Ну, сегодня-то я не успею ничего, наверное, потому что время уже 11 часов вечера. Как ни крути. Скорее всего, уже, наверное, мы продолжим снимать игры завтра. Там будет Юрский парк. Я посмотрю, что у нас там за события, как вы писали, будет в игре Драконы Всадники Олуха. 2 события, кто-то мне написал, там ждут. Тоже заглянем, посмотрим. Что у нас еще там по прогнозам? Ну, естественно, попробуем пройти с тобой What's the Gen.
очередную карту. В общем, планов очень много, ребята. Как все это делать, пока не знаю. Вы еще хотели, чтобы я новую игру поиграл от Marvel, да? Революцию. Друзья мои, она у меня идет почему-то только на iOS, на iPad. Ну, на мобильнике, конечно, идет, но ни один эмулятор почему-то ее не поддерживает. Который у меня есть, ни на одном она не идет. Не знаю почему. Так что посмотрим. Там, к тому же, на iOS вышло две игры, очень хорошие, прикольные. Но опять же, как все это успевать снимать, ребят, не знаю. Я до второго канала никак не могу добраться, хотя игрушек очень много вышло. Хотел King Bounty начать проходить. В топку его как бы забросил сейчас. Сейчас Люмен вышел, опять не знаю, как пройти. Сейчас симулятор бомжа идет, я обязательно буду его играть, обязательно, ребят. Но опять же, когда? Когда по времени? То есть мне нужно просто отстраниться от первого канала своего и переключиться чисто на второй. Только в этом случае я могу как-то прогрессировать там. Он мне не даст, как тебе сказать-то, он мне не даст поиграть на втором канале. Он все мое время съедает. Как-то так. Ну что, сколько там еще бомбить-то его, железноголового этого? Это последняя стадия, да, по-моему, уже? По-моему, последняя. Так, огоньком. Мы его волной. И сейчас, по идее, он должен, да, от постепенного урона он погибает. И мы с вами получаем последние наши телепорты. Ведь так? 6, да, да. Все, ребята, теперь уже окончательно. Угу. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывай, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеи в расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашу команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты.